Всем приветики. Пришла ко мне такая вот посылочка. Это я заказывал себе такой вот, как у нас в детстве был, пистолетик. Вот он. Правда, он упакован так жестко. Тяжело его доставать. Ну, я думаю, такое в детстве все видели. Все, там больше ничего нет. Такое вот все видели в детстве. Вот он такой вот. Сам пистолетик, короче, такая вот штука с пистонами. Вот он так выглядит. Показано один открыть, достать барабан, надеть на него пистоны, и все, и закрыть, и можно стрелять. Не знаю, что здесь написано по-английски, здесь вообще по-китайски. Fire, да. И внутри, внутри само оружие. Больше там ничего нету, такая вот упаковочка. Не знаю, зачем здесь мишень, ведь он на самом деле не может попадать ни в какие мишени, он просто создает хлопок. Это просто как пистолет такой пугающий. Ты стреляешь, и он создает звук. Ну, то есть так, естественно, он ничего не создает, вот он. Вот он сам, такой вот детектив спешл. Такой сам пистолетик. Я думаю, в детстве многие такие видели, может, кто-то даже и пользовался. Я сам таким пользовался в детстве, помню. Бегал, купил, бегал, стрелялся, мы там с братом бегали друг в друга. А потом однажды мы увидели, что чуваки с этих пистолетов бабахают нереально. Мы такие, чё? Подошли к чувакам, такие, парни, как вы так сделали? Ну, он еще так открывается. Вот за эту штуку тянешь, вот. Вот она получается. Ты за эту штуку тянешь, она вот отодвигается, вот эта вот штучка, вот она. Двигается, то есть, ну, так оно зацепляется, вот. А ты отодвигаешь, оно открывается. То есть, такой вот пистолетик. И в нем есть барабан. На этом барабане должны располагаться пистоны. А мы не знали об этом, вот он такой внутри. То есть вот как он выглядит вообще со всех сторон. Внутри так вот. Здесь вот он так вот выглядит. Здесь нажимаешь, оно поднимает курок и перекручивает барабан, кстати, в этот момент. То есть все как положено. Все крутится, все работает. Made in China. Вот. Открываем. И мы не знали, мы просто бегали такие, стреляли с него, крутили этот барабан. Нет, так он и крутится. Ну, открывали, там что-то крутили, нам нравилось. Типа раз, там крутишь такой барабан этот. Как в фильмах, типа, открывает, ложит патроны. Правда, закрывает и крутит, но у нас так не получалось. То если там что-то, какой-то механизм поломан, тогда он уже закрытый и крутился. А ты так крутишь. Закрываешь, а потом друг друга пау, и мы увидели такие, что кто-то с него бабахает вообще нереально. Мы такие, а как подошли к нему, говорим, как ты делаешь, он открывает, такой, типа, а вот у меня здесь стоят пистоны, типа, а с этой стороны я не показал, там, правда, не особо и видно, как тут так показать, чтобы там видно было, что там происходит. Получается, вот эта штука поднимается, прокручивает барабан. А вот эта штука бьет. Вот оно поднимается. Ты нажимаешь, оно поднимается. И потом, когда отщелкивает, оно бьет. И вот это, а вот эта штука крутит барабан. Вообще пружина какая-то есть. Да, мы помню еще, когда. Я помню еще, когда я не хотел нажимать кнопку, потому что нажимаешь кнопку, это же усилие, как бы оно так тяжелее, ну там же пружина, и ты так жмешь, о, усилие, у меня аж палец краснеет, он какой палец аж белеет, он оно как, то есть усилие довольно-таки есть сильное, ты жмешь, он так, усилие довольно-таки большое на палец идет, а когда не хотелось, ну получается, мы же просто стрикали, как бы, а когда не хотелось прилагать усилие, это просто брал такое, даже можно вот так и, типа, стреляешь. Пиу-пиу-пиу, бегал такой, пиу-пиу-пиу по всем. А потом, когда мы узнали об этом, что все это пистоны вставляются, то мы купили себе такие. За один ничего, здесь пишет 72
выстрела, 8 зарядов, как бы. Не знаю, что там еще пишет, я не шарю, как бы в английском. Что-то пишет. В общем, что-то пишет, да. Ну, они безопасны, так как раз они продаются для детей, то, естественно, они безопасны. Иначе бы детям такое не давали бы. Это вот именно что детская игрушка. Что-то там тоже написано. Не знаю, что там написано, но неважно. Так, теперь надо как-то это все дело открыть. Как-то оно должно открываться. Черт возьми, как же оно заклеено жестко. Вот, в итоге мы купили пистоны такие, потом ставили и стреляли. Он только бабахал, мы прям вообще кайфовали. И вот сейчас, я что-то, я не знаю, мне так что-то вспомнилось с детства. Вот, сзади такие они вот красненькие, как бы. Ну, просто пластмаска спереди, в них какая-то то ли сера, то ли что, какие-то, ну, типа порошок, что-то такое. И вот когда ложишь его, на железку, получается, мы так вот ложим его, эти патроны. Получается, мы тогда стреляли, когда просто так, просто баловались. На самом деле, сюда еще нужны, типа, специальные патроны, пистоны называются. Хотя я не знаю, как они здесь называются, на самом деле. Мы их называли пистоны. Пистолет с пистонами. Револьверчик такой детский с пистонами. Пугач, наверное, как его правильно называют. Вот. Ну, он реально как пугач, можно испугаться. И ты, получается, этой серой ложишь этим порошком. Я даже не знаю, что за порошок. Просто белый порошок какой-то такой. Ну, там что-то, наверное, как сера есть. То, что вон такое, что и красненькое. Ложишь на эти вот железяки и потом вставляешь сюда. Закрываешь. Все, оружие готово к бою. Ну, в смысле? Если сейчас нажать, будет очень мощный выстрел. Ну, по идее, если оно работает так же, как и должно, как раньше. Батарея уже разрядилась. Так что, если нажать, будет мощный выстрел. И, ну, как бы, я что-то, я не знаю, вспомнилась эта вот штука, в детстве с такой бегали, и сейчас такое захотел, как так сказать, вспомнить детство. Ну и потом, мне кажется, вот я, бывает, на велике езжу, за мной собаки увяжутся, бегут, гавкают. Если такая штука будет с собой, и собака будет бежать на тебя гавкать, если так бабахнуть раз, мне кажется, ей уже не захочется за тобой бежать, она испугается. Правда, что-то мне как-то не нравится. Вот оно уже отлипло. Раньше как-то оно более лучше сидело. То есть плотненько все было, все четенько. А сейчас что-то какой-то китайский фуфил. Реально, не знаю, сработает ли оно так, как должно работать. Ну ладно, сейчас проверим. Сразу предупреждаю, это будет минус уши. Делайте звук потише, сейчас будет выстрел. Вот. Это он. Такой довольно-таки мощный выстрел, как будто бы реальный. Сейчас будет еще один. И сразу запахло. Серой. Серой или какой-то гарью. И, блин, и даже дымок пошел. Правда, здесь не видно, но... Ну, он как-то так вот выше был виден, потому что там лампа, и над лампой... Там над лампой был виден дымок, а здесь его особо не видно. Сейчас будет еще один. Готовьтесь. Минус, делайте потише звук. Да уж, вонище лютое стоит. И здесь, правда, не все, я не знаю почему. Но их аж порвало от звука, от выстрела. Раз взорвался, два, три, четыре. Ну, сколько было? Раз, два, три, четыре, пять.
А эти, я не знаю, сработали или нет. Может, сработали просто, что осталась эта вот белая пленка. Да, они сработали. Получается, туда засыпан какой-то порошок, и чтобы он не высыпался, он закрыт какой-то бумажкой. Потому что если бумажки не будет, он просто высыпется, наверное. Он там какое-то что-то на серу похожее. Ну да, наверное. Но мне кажется, что-то и не сработало, потому что, мне кажется, выстрелов было не 8. Хотя, не знаю, может и 8. Какая-то что высыпалась. Но звук реально громкий, в закрытом помещении меня аж немножко оглушило. Плюс вонища какая-то еще пошла жесткая. Ну, а сама эта штука нормально работает. Я нажимал только что, она не хотела крутиться. А не хотела, потому что вот эту штуку разбила, искорежила. Он как его аж развернула, разорвала. И, естественно, оно раскрылось и мешало двигаться барабану. Поэтому я когда нажимал, она не хотела крутиться. Сейчас я ее высунул, и оно нормально, он крутится. Вот, так что... Это реально классная штука, то есть, если ехать на велике, как я езжу, и собака будет бежать за тобой, если такой бабахнуть, то есть достать и прямо в нее так нацелиться и бабахнуть. Да или даже не в нее, а просто так достать, бабахнуть, я думаю, она испугается и сразу убежит. Потому что, когда вот на велике едешь, если собака за тобой вяжется, начинает гавкать, и ты резко тормозишь. От резкого торможения, от звука вообще, от того, что ты резко останавливаешься, она бывает, ну, тоже останавливается немножко, ну... Так, немножко шухается. Потом продолжает, конечно, но шухается. Именно в момент торможения. Ты, ну, вот. А если такой штукой, баба-бабаха, я думаю, она больше испугается. Ну, в общем, такая прикольная штука. Вот. Да, в детстве когда-то. Но, правда, большая часть времени мы просто бегали без пистонов. Это потом уже под конец мы узнали. Купили пару, такую пачку, по-моему, или две, попользовались. И после того у нас больше не было таких пистолетиков. То есть у нас раньше много было таких пистолетиков. Мы с ними часто бегали, но без пистонов. А когда у нас уже были пистоны, самый последний раз, это был последний раз. Ну, то есть когда мы узнали, что для него есть пистоны, и это был последний раз, когда мы им пользовались этим пистолетиком. И то есть мы только один раз попользовались таким пистолетиком с пистонами, хотя у нас таких пистолетиков штук 20 было. А потом он сломался, и все, мы больше не покупали. И что-то вот сейчас, я не знаю, вспомнилась ностальгия такая какая-то. Ну и вот, приобрел. Такая прикольная штука. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.